Прежде всего, меня бесит, когда, и, наверное, единственное в жизни, меня, наверное, заводит, когда люди предают сами себя. Они начинают из-за мнения окружающих меняться, перестраиваться, и совершенно не в лучшую сторону. Они думали, что в лучшую сторону, потому что так думает большинство. Но, может быть, он единственный пришел в этот мир, как Иисус, или как другие пророки, или люди, которые меняют нашу жизнь. Он пришел, чтобы сказать свое слово. Он пришел проявить себя в этот мир. Он пришел именно показать себя: я такой. Я такой, я часть вас, вы часть меня. Мы все индивидуальны, мы все уникальны. Так давайте проявлять свою внутреннюю природу, а не стадо баранов собираться. И вот когда люди благодаря моде, силиконовые губы или еще что-то, начинают предавать себя, это меня очень раздражает. Потому что человек, и его таким создал Бог. Так будь добр, отдайся этому, каким бы он тебя ни создал. Прими себя, полюби себя и иди своим путем. Вот. Я искренне вам всем желаю, просто примите себя, какими бы вы ни были. Это все не важно. Что бы вам ни говорили окружающие, будьте честны с самим собой. В этом Бог. Когда ты честен с самим собой, когда ты не хочешь чего-то делать, не делай. Когда ты искренне из сердца захотел кому-то помочь, это гораздо важнее, это гораздо ценнее. Просто поступайте, как велит ваше сердце. Остальное все не важно.